Всем привет! Хотите хомячить? Вкуснейший, свежайший, живой майонез и при этом не толстеть, а худеть. И сегодня я расскажу вам о таком. Я съел его уже порядка 50 банок, и мой вес как был 71-72 килограмма при росте 184, так и остался. И я объясню почему. Когда вы покупаете майонез в магазине, он напичкан вредными консервантами, и зачастую там используются некачественные и уж, конечно же, не первого холодного отжима масла. Если же вы будете использовать именно тот рецепт, о котором я вам сегодня расскажу, то ваш вес набираться не будет по двум причинам. Во-первых, там не будет вот этих вот вредных неусваиваемых масел, сделанных из нефти. И во-вторых, там не будет вреднейших всяких консервантов, добавок и очень много вредных веществ. Ваш майонез будет очень живой, очень вкусный и очень свежий. Также еще хочу отметить очень важный момент для тех, кто хочет похудеть. Когда люди переходят на какую-либо диету, неважно, они убирают из своего рациона жиры. И это является критической ошибкой. Почему? Потому что если вы убираете из организма жиры, то тогда он, ваш организм, видя, что наступает дефицит жиров, начинает их беречь. И таким образом вы не можете избавиться от лишнего веса. Если же ваш организм видит, что правильные жиры поступают, обмен веществ происходит прекрасно, то, конечно же, он будет избавляться, будет способствовать избавлению вашему телу от тех жиров, которые вы хотите сбросить. И сейчас я вам раскрою секрет этого мистического, бомбического, фантасмагорического майонеза, но при этом мы должны в обязательном порядке провести тот самый ритуал, который я прочитал в древних... То есть откуда я взял эту информацию? Без этого ничего не получится. Здесь существует два обязательных фактора. И вот один из них. Итак, поехали, повторяйте за мной. Так. Плавное движение тазом. И вот теперь майонезный бог точно удовлетворен, чтобы наше произведение кулинарного искусства было в высшей степени dasest fantastisch. Ну что, погнали. Сейчас, дорогие зрители, я расскажу вам обо всех участниках этого фильма. И на первом месте у нас профессиональный блендер Le Quip в роли профессионального блендера. Но здесь не беспокойтесь, так как подойдет абсолютно любой работающий блендер. На втором месте масло подсолнечное, сыродавленное, 100% raw pressed, победитель различных конкурсов, обладатель различных орденов. В общем, оно победило всех. На втором месте у нас масло Ладарья рыжиковое. И я сейчас объясню, почему. В данном рецепте мы будем использовать два масла по одной хорошей причине. В рыжиковом масле большая часть жиров представлена омега-3 жирами. А в масле подсолнечном, как известно, жиры представлены большей частью полиненасыщенными жирами омега-6. И идеальное для человека соотношение – это примерно 1 к 2, 1 к 3. Поэтому мы будем ложить 2 трети, 200 граммов именно рыжикового масла, так как в его составе большей частью находятся омега-3 жиры. И 1 треть мы добавим масла подсолнечного, так как оно прекрасное просто на вкус и в своем составе большей частью содержит, наоборот, омега-6 жиры. Таким образом, мы получим идеальное соотношение с максимальной пользой для нашего здоровья. На четвертом месте у нас стоит виноградный сахар «Амброзия». В Москве и Подмосковье он продается везде. Я совершенно уверен, что в России найти именно этот или подобный совершенно не вопрос. Просто виноградный сахар, по сути, это натуральная глюкоза и фруктоза. Далее у нас идет соль розовая, гималайская, морская. Следующий участник нашего действа – это всем известный обычный горчичный порошок. Здесь у нас просто вода, лимон и банка под нашу ожидающуюся радость. Итак, приступаем. Первым делом мы добавляем в блендер 5 ложек обычной воды. Далее 5 ложек виноградного сахара. Далее 4 чайных ложки горчицы. Эта ложка большая, поэтому я использую ее не полную. Далее, так как соли я использую крайне мало, то вместо 2 чайных ложек я ложу примерно вот столько. И этого вполне достаточно, так как дополнительно в салатах я еще использую квашеную капусту, вакаме. И они также дают данный эффект. И последний штрих из дополнительных ингредиентов – это 2 чайные ложечки лимонного сока. С дополнительными ингредиентами мы закончили, и теперь мы
подготавливаем основной. А это у нас, конечно же, подсолнечное масло первого, как я уже говорил, холодного отжима. И 2/3 из них это будет рыжиковое масло. Итак, отмеряем 200 граммов. Так как мое внимание при наливке ушло немножко на камеру, я чуть-чуть переборщил, но эффект от этого существенно совершенно не изменится. Добавляем 1/3 подсолнечного. Итого мы получили 314 граммов подсолнечного масла. Теперь, когда все наши приготовления, собственно, завершены, мы можем заглянуть, что называется, в дырочку. И что я здесь хочу сказать? Во-первых, сейчас нужно поставить будет ее примерно на 2 минуты на первую скорость на блендере, на самую медленную, чтобы просто все эти ингредиенты перемешались. А далее я расскажу, как поступать правильно и избежать главной ошибки, из-за которой у нас очень долго не получался классный, вкусный и густой майонез. Вот как мы видим, у нас все прекрасно перемешалось, и теперь я буду добавлять основной ингредиент. И вот главный секрет внимания мадридского двора. Масло нужно заливать тонкой струйкой на протяжении всего процесса заливки. После того, как все масло будет залито, не нужно его долго крутить, вернее, делать этого не обязательно. То есть, когда вы видите, что майонез уже густой, что он стал густой в процессе заливки, и когда масло закончилось, процесс можно прекращать. Ну, если хотите, можно еще минутку поработать блендером, так, для полной уверенности, и, собственно, на этом процесс завершать. Я сейчас говорю это, пока я еще блендер не включил, так как будет уже не слышно после того, как я это включу. И сейчас вы увидите, как все это происходит. Самое главное, что когда мы делали это и сразу же добавляли масло, потом начинали все это раскручивать, ничего не происходило. Вот этой химико-физической реакции не наступало, и вот он не мог объединиться. То есть просто потом масло всплывало наверх, и мы добавляли в салаты какую-то вообще непонятную субстанцию совершенно какого-то неопределенного вкуса. И именно в этой тонкости и заключается очень важное правило. Наряду, конечно же, движением, плавным движением тазом и исполнением правильного ритуального танца. Итак, поехали. Вот вы видите, с каким трудом уже крутится медленно очень блендер. И поэтому здесь можно переключить, так как все очень загустело, поэтому здесь уже можно переключить на вторую скорость. Давайте подождем еще немного, с минутку, и можно выключать. Сегодня в кадре вы меня больше не увидите по одной простой причине. Потому что как только я начинаю отвлекаться на камеру, тут же вот эта красота, и вы не представляете, какой здесь волшебный от нее исходит запах, она просто пропадает. И потом, когда я хожу по квартире и говорю всем, где оно, они только все отводят глаза и краснеют. Поэтому больше я на эту удочку не попадусь. На сегодня у меня сегодня все. Я уже весь обкапался слюной в ожидании моего любимого блюда – гречки с майонезом. И, пожалуйста, не путайте данное блюдо со следующим блюдом – майонез с добавлением пару крупинок гречки. Его легко можно так употреблять, но я все-таки рекомендую делать этот наоборот. Гречка с майонезом, а не майонез с гречкой. Если вам понравились сегодняшние мои труды и раскрытие всех древних секретов данного майонеза, то если у вас не каменное сердце, поставьте мне лайк и обязательно подписывайтесь на мой канал. Все только начинается. Бон аппетит!